Всем привет, Садант, и знаете, я сидел, мне что-то очень приспичило, да, вот записать одно видео, да, может быть оно будет, конечно, вам не очень интересно, потому что просто я одну вещь хочу все показать, да, но это не апдейт, да, там, что там, в 1.9 добавили, да, там еще что-то, да? Там, хотя это будет потом устаревшим, потому что там 1.10, допустим, выйдет 1.20, 2.0. Не знаю. Я хочу сказать то, что... Ну, давайте вот посмотрим в каждой версии, да? Майнкрафт 1.9, Combat Update, да? Если вот смотреть, да, вроде ничего нового, да? Ну, ничего странного. И тут в конце написано повод хера, блин. Окей. Потом там, ну, информация, да. Там order. Ну, так понимаешь, сейчас у меня браузер откроется. Ну и короче, если следить тогда, там, допустим, вот за каждым обновлением, да, то в конце будет ремонт хера, блин. Если тут как бы не придавать этому особого значения, да, то в принципе окей, да. Но если так подумать, да, то в каждой версии майна, да, написано то, что убран хера, блин. То есть, знаете, такая шутка со стороны Моджанг, да? То, что ведь по интернету, да, где-то, наверное, еще до появления или даже во время появления мультиплеера, да, в Майнкрафте, да, была история про Херобрина, да? Про игрока, который появлялся в синглплеере, мультиплеере, да? У которого был скин Стива, да, только с белыми глазами. Там он разные ловушки делал, еще что-то делал, да. Там кто-то говорил то, что он появляется на координат, то, что там база его на координатах 0-0, да, если там на этих координатах тупо вниз копаться, то вы найдете комнату, сделанную из алмазов, золота, железа, да. Там может быть из блоков, может быть из виде ресурсов, да. Там сундуки и так далее, тому подобное, да. Потом еще до этого, по-моему, говорили, чтобы стоять с хера, блин, это у вас должна быть прогрузка, минимальная прогрузка, да, на тот момент, когда еще добавили там по чанкам, да, прогрузку. Потом там еще сделали возможность майн, чтобы был на 64-битный, джай был на 32 до этого. Ну, и он и сейчас, и... Ну, понял, короче. То, что там были эти дальности прорисовки далеко, средне, близко, очень близко, да? Короче, на очень близко или на тине, да? По-моему, то ли тайне, то ли тине, по-моему, там было. Такой прогрузкой, да, то можно было встретить его, да? Можно встретить его было за деревом, там просто случайно, как случайно, да, в шахте, там еще где-нибудь. Там даже записывались целые видео, как они, как люди ловили херобрина, да? Ну как ловили? Там
устраивали рейд на него, да? Целый, да? То, что там как один человек искал, да? Потом эти стёбочные видео с модом Херобрин, где люди ставили мод на Херобрина, да? Там активировали его и типа говорят то, что вот сейчас мы будем Херобрина, да? Там начинается что-то, да? Там, ну, там что-то наподобие. И, ну, тупо из мода, да? Там он появлялся, еще что-нибудь такое, да? Люди вот снимали, показывали, да? Типа, вот, видите, существует. Потом другие обратно, доказывали обратно и так далее, там, и так далее, и так далее. И, как бы, до сих пор кто-то верит в то, что он существует, кто-то не верит. Я все-таки думаю то, что, ну, допустим, то, что если в виде крипипасты, да, то, что существует игрок с пустыми глазами, да, даже если, если написать никнейм Херобрин, то вы будете, у вас будет именно этот скин, да, потом девушки Херобрина там появилась, и вот я сижу такой, уже думаю, так, ну, в Майнкрафте неведома херня была, в, господи, по-моему, то ли в покемонах, то ли в Final Fantasy еще что-то было, потом в это, в еще какой-то игре там мифы были какие-то. Ой, я столько этого всего переслушал, столько всего я этого перевидел, что я уже не знаю. То ли люди просто желают быть напуганными, да, чем-то необъяснимым, то ли они не хотят этим быть напуганными, но все равно они как-то стараются что-то наподобие, да, там, не знаю, получить. Ой, почему-то мне в голову лезет такие интересные слова и мысли, но ладно. Вот, ладно, пока что на этом все, да. Я решил просто высказаться, да. То, что я вот просто вот решил в очередной раз почитать. Там, что добавили, да. Там, в комбат-апдейте, да, что там добавили. Что вообще в майне творится, да. И тут снова вот наткнулся вот на эту запись и вот решил, скажем, поговорить, да? Ну вот увы, то, что там дальше нету, да? Увы, увы, нету. То, что там абсолютно в каждом новом апдейте, да, там в 1.8, в 1.7 даже было, там в 1.6 тоже это было, там... Там, допустим, вот мы пофиксили это, добавили это, да. Там поменяли какую-то механику и так далее. И в конце убран Херобрин, да. Это понятно уже, так примерно, то, что Моджанг уже эта шутка им нравится, да. Они будут шутить и так далее. Там будет в 1.10, если там будет 1.10 или 1.2, там не 1.2, а 2.0, да, тоже вот именно вот эта вот надпись будет. Ну что же, вот на этом пока что все, да, потому что все, что я хотел рассказать, рассказал, так что всем спасибо и всем пока.